привет. Вот я сегодня встретил мотоцикл, который наблюдаю уже 60 лет в субботу. Вот хозяин мотоцикла. Ну, он меня, наверное, вряд ли помнит, я уже спрашивал. Живем в одном городе, я жил на Октябрьской, прямо возле чайной. А у человека здесь вот за домами внизу гараж, вот хозяина. Ну так, заочно знакомы. Там у него были соседи Беспаловы. Может быть, помнит их. Ну, это мои, они. Да, соседи. да. Вот. Они мои соседи по дому. Но он меня лично не знает. Ну вот увидел уже мотоцикл, я уже наблюдаю. Ну, уже сколько я пришел из армии? В 88-м году. Вот вижу постоянно. И перед тем видел. Кто, видимо, с женой ездил на мотоцикле. Да, сейчас уже надо. Вот. То носился я все на ИШПС. Катался. И вот сейчас увидел, думаю, дай хоть за столько лет хоть раз подъеду, хоть поговорю. Какого года аппарат-то? Какого? 65-й, я 68-й, он старше меня. А мне гаишник, когда останавливает довольно часто. Из-за любопытства. Ну, конечно, из-за чего еще? Просто не то, что, как раз, ходит, да сколько ему лет, да как, да в одних руках. Ладно, документ порядка. Иные, посмотри, иные. Да сколько всего лет, да как ты, да что ж. Сейчас ехал, правда, они обычно стоят возле Медведева там, на углу Старомосковский. Я оттуда один раз еду, в магазин зашел и включил только габарит, а свет не включил. Подъезжаю, тормозят. Ну что ж, я говорю, понимаете, наверное, говорю, замок повернулся, говорю, я включал. Кругом ходил, ну ладно, мы, говорит, просто протокол составим для себя, но вас, говорит, не будем. Да и грех вообще, ну что хоть такое. А сейчас, как только 5 августа пересекаю, я же оттуда еду, от телецентра, 5 августа как пересекаю, так сразу на всю катушку. Они стоят прямо возле Медведя, четверо. Утром в 6 еду, 6:30 на Ливенска стоят. Сегодня, правда, не остановили, поздоровались. Паку поднял. Слушай, уже 30 лет у меня уже почти. Уже вопрос такой у меня. Вот, мою душу теребит. Сколько же проехал мотоцикл? Много прошел. Он где-то за 300 тысяч. И вот 300 тысяч. И что за это время менялось? Менялось? Да, ну, двигателя. Я не спрашиваю про подшипники. Ну, я понимаю. Тормозные колодки. В двигателе что? Сам делал, менял что-то там, что-то сам, ремонтировал? Все сам. Коленвал менял. Это уже, по-моему, третий даже. Коленвал ремонтированный или покупал новый? Нет, новый. А. Новый, я с ремонтом. И сколько штук их поменялось за 300 тысяч? Он рассчитан на 43 тысячи коленчатого, а у меня хоть 64. Хрена себе. Я хожу на дизельном масле. Вместо таких вот я добавляю только дизель. Он полностью не сгорает, а смазки для него достаточно. Ну, там графит присутствует, всякая хреновня. Одна беда, только высокая зольность, насколько я помню, у дизеля. Вообще, в него в то времена, когда деревья были маленькими, вообще было принято лить МС-20. В него было принято. Да. Ну а сейчас где возьмешь его? Тоже уже проблема. А я как приучил, работал по этой части, на дизель как посадил, на 20 литров я где-то 800 грамм, там 1,25, да. Ну я дизеля стараюсь чуть поменьше. Ну на 20 литров я всегда 10 заправляю, 400 грамм масла. Идет, не дымит, ничего. А так цилиндр менял уже, вот поставил года 2 тому назад, новое брал. Новое? И где же покупали? Ну, сейчас друзей по интернету. А, ну я понял, все понял. То есть... Да, через них один торговал там на рынке запчастями. Мы так познакомились. А потом тот разговор зашел, смотрю, звонит. А ему откуда-то с Крыма везут. В общем, бартер. Это цилиндры везет, а тот ему что-то отдает. Ну, я так понял, это были новые цилиндры, номинальный ремонт. То есть заводские, номинал. Да, ноль стоит. Налевка. Я первый ремонт даже и не пытался. А поршни производство чье? Тоже нормальные. Тоже нормально? Да. Кольца поршневые свои? Свои. Все 25.
Все 25. Я еще смотрю, коляска. Она уже, этот Велорекс, видел такие виды уже. Я не знаю, это как из... Есть такой фильм, называется «Кин-дза-дза». И там, ну, практически, есть такое слово, сюрреализм. И вот она, как будто ее вылепили из глины, коляску. Она уже, смотрю, такие виды видела, просто караул. Нет слов. И даже все-таки Велорекс еще есть. Все как положено. Стеклотка не гниет. Кстати, рама не рассыпалась на коляске? Все нормально? Нет, нормально. Ну, вообще, вот с коляской я на Яве практически не ездил. Раз или два прокатился. Она себя ведет нейтрально. Не тянет никуда ни вправо, ни влево. Нормально все? Надо просто привыкнуть. Любая коляска, какое бы скольжение ни было, все равно она будет сопротивление. Она будет уходить вправо. Поэтому руля постоянно держит как бы влево немножечко. Ну, если неправильно отрегулировано, сразу износ левой стороны колеса. А, понял, понял. Я тоже первоначально, когда не отрегулировал, смотрю, тянет мягко, а потом как посмотрел, вот здесь полоса. Вопрос такой еще. В коробке же там много всяких этих, ну, подшипники, само собой, втулки латунные, бронзовые, они уже менялись в коробке? Втулочки, на чем вращается коробка? Нет, там только лишь, да, две втулки. Ну, они менялись или все еще родные? Нет, менял втулки. Менял. Самодельно делал? Да, точили на приборах. А, кстати, работал-то сам где? Я в коммунстрой работал, управление механизмом. А, я просто думал, где-то на заводе. Нет, нет, это у меня друзья там работают. Сборка без пала там. И надо он что-нибудь вытащить. Понял, понял. А так еще друг мой был. Да я смотрю, принципиально мотоцикл ездит. Просто уже знакомые давно уже пересели уже на, там, на машины, кто-то уже там уже и в живых нет. А я смотрю, вообще, ну, неубиваемый просто, ну, вот уже сколько лет, все, вот та же Ява, ну, уже, ну, нет слова уже, думаю, ну, нет, вот вся та же Ява, вся то же самое. Нам многие по светофорам останавливают, сколько лет у меня была такая, да и продаж, и, ну, покупателей много. В этом году помешал. Продай еще. Машина-то была или есть? Нет, я не любитель. Я не любитель. И сколько же было лет, когда куплен был мотоцикл? Вам сколько было лет? 27 лет. Сейчас, если не секрет. Лучше молчать, да? Конечно. Я понял, понял. Ну, я вообще смотрю, я просто глаза на лоб, она все еще двигается, у нее все еще хорошо стоит, как вы видите, стандартный руль, стандартные переключатели, все стандартное, даже все. Ползунковый газ, ну тут добавлено немножко. Да, это поворотник, это я уже сам делал, у них поворотников не было. Наверняка, сетечка стоит, да, под пробкой? Да, сетечка. Если вы не против, я покажу просто, тут вот такая тема, кто знает, сетечка. Все как положено. Да. Все родное. Еще в запасе. И крышка, и сетечка. Видите, стоит на сиденье. Замочек стоит. Все как положено. Все стандартное, родное. Да. Ну, тут может быть что-то и есть из неродного, но я тут не знаток. Нет, только резина. Да, вот на коляска родная. А это восходовка стоит на 16. А это родная. И, смотрю, стоит смазка, цепь, масленка стоит. А, или это маятник, по-моему, я не помню, что это такое. Маятник, да? Вот такая тема. Смех смехом, но уже не смешно. Даже стоят, как вы говорите, рычаги вашего сцепления и те. Тормоз. Стандартные, да. Родные. Родные, стандартные, это ж... Вот посчитайте, 65-й год, 300 тысяч километров. 63. А, да, 63-й год? Ой, 65-й. Ага. А ему 53. Понял, понял. Ну, я просто говорю, год, выпуск, 65-й. И все еще в строю. Кстати, вилка перебиралась передняя? Не, сальник только один раз менял еще. Вот и думаете. А те, кто ездил на Яве, значит, все знают, что я очень мягкий мотоцикл, то есть ехать приятно, мягкий. Сам недавно ездил на таком. Если все правильно настроено, все по заводу сделано, то ездить очень приятно, то есть нет слов.
Единственное для меня, ну, неудобство для меня, это сидишь, ноги немножко в коленках, сильно согнуты, но это на мой взгляд. А так вообще изумительно. Не, а я сижу, то ли привык. Ты привык уже, скорее всего. Я тут смотрю только единственное, тут не родной, я, по-моему, глушители. Те, наверное, сгорели уже, да? Кто? Глушители. А глушить другие. Те сгорели уже, к чертовой матери. Нет. Нет? Нет. А что с ними, с стандартными? А, по-моему, я потерял заглушку одну. А. Заглушки не было. А написал в Москву еще по Салторгам тогда. Ага. Смотрю, они мне присылают прямо глушаки. Целиком? Да, те наши были поменьше чуточку, а эти прямо в сборе. По-моему, 8 рублей. Цилиндры стоили 8 рублей, 2. Я сам. Головка 2 рубля, карбюратор 5 рублей. Фара самая дорогая была, оптика. Это была 10 рублей. Коленчатый вал 43 рубля. У меня и ценник был, все. Сам пользовался по Салторгам, все как положено. Видите, стоит обтекатель. На карбюраторе стоит родной ИКОВ. А, все родное. Реле зарядки, в общем. Да ничего, я не менял его. Уже тут на нем уже краски хватает, то все же вот. Смотри, тут красил из баллончика, подкрашивал, но все. Спидометр работает, да? Да. Ну и вопрос такой традиционный. Как далеко ездил на таком мотоцикле? Ну вот там с женой куда-нибудь, на юга ездил. На юга нет, был в Киеве, был в Харькове. С коляской или без? С коляской был и без коляски. И в среднем вот так вот, сколько скорость по дороге в среднем? Скорость я держал 90. 90 с коляской? С коляской 80, а без коляски 90. Он идет легко, когда коляска не загружена. Ага. Но вопрос, здрасте, вопрос в том, что после 90 я попробовал. У него как бы перевал какой-то, центробежный такой. Mm-hmm. Он как бы сначала, а потом раз, перешел, и уже идет. 100, 110, нет, 120 один раз попробовал без коляски. И больше даже и не пытался. А так он идет 90, нормально. Нормально. То есть для него это нормально, крейсерская скорость? Нормально. Для него, вот я с ребятами ходил на Киев. Смотрю, обгоняет какой-то меня. Мы идем вдвоем шли. Смотрю, раз нас обходит нахрен. Трассу только проехали на Железногорск. Где-то, по-моему, за Железногорском. Обходишь вот такой дымок. Пошел, ну, 110, наверное. А тогда бетонка была. Mm. Свободная, хорошая. Не то, что сейчас все забито. И в Глухов приезжаем. Я бы там заправлялся. И вот там стоит на заправку. Ну, и что ты давил ему? 120 или 110. Все равно уж приехали вместе. Ты вот только подъехал, и я подъехал на заправку. А так, сейчас я хожу, да и негде. 60 вот за городом. Да сейчас такое движение. Сейчас не 30 лет назад. Машин просто кошмар. Ну вот, пока сюда доеду, он уже нагревается. Обнова-то никакого нет. Да. Скорости-то нет никакого. Да. И вопрос еще я тут у многих. Сколько расход, вот если, допустим, ну, по трассе вот ехать, ну, там, вот дальняк, расход какой? Ну, 10 на 150 с коляской. Короче, 10 литров на 150 километров? Да, с коляской. Понятно. А без коляски бак рассчитан на 350. 13 литров на 350. Вот я ходил без этого, до Глухова 190. Отсюда я обычно в Крамах заезжал. Канистру заливаю, 10 литров в запас. И пошел. Если в Глухове есть бензинчик, значит запрос нет, значит своего добавил. А потом где-то еще промежуточки еще в канистру налил. И я заметил, вот с коляской у нас 10 литров на 150 километров. А по городу больше расход. Ну, конечно, больше. Ну, даже вообще нет вариантов. Ну, по светофорам стоит. Только что постоянно непонятно, да. Как здесь, ты подъехал, надо сюда налево, ну, выше, за мной шли. Да, да, да. Ждешь, так это я на желтый пошел. Это я видел. А, вот. Если бы тормознул, значит, надо ждать, когда желтый, то есть зеленый загорится. 40 секунд там или 50. Только проехал на это, теперь надо ждать, когда загорится. Да, красный, да, чтобы да, загорел. Да. А я, умудрился, у меня гараж там внизу. Я знаю, я ж помню. Я прямо вот здесь вот,
за домом и вот здесь тропинка туда вниз. А там сейчас, по-моему, столбик или убрали столбик? Убрали, нет. То есть можно съехать вниз, да? Да, можно. Там некоторые ребята. Не, ну я-то тоже езжу на мотоцикле, но я-то на одиночке все время. Я еще тут хотел, ну, поспрашивать кое-что, если время есть у вас, поспрашивать. Есть, есть, я сейчас домой буду. Я хотел поспрашивать по поводу дискового сцепления, вообще цепь моторная. Сколько раз вообще менялось сцепление, моторная цепь? Так, сейчас скажу. Цепь моторную один раз менял. Сколько раз? Один раз. От всего-то? За 30 тысяч? Да. Один раз я заменил, но уже чувствую, что на подходе. Там... При подъеме ее вот регулировать, она должна 10 миллиметров. 10 миллиметров должна только провисание. Но у меня уже. Здравствуйте. Привет, Олег. Здравствуйте. Я очень рад вас видеть. Все-таки нашли, да? Вот. Вы знаете, у меня есть ИЖ-56К с квадратной коляской на ходу. Везет. Он знает. Они с моим папой вместе играли. Слушай, где на ходу, когда он стоит в гараже, к нему никто не поедет, только на мы. Навоз вожу. На рыбалку езжу, на речку, на озеро. Правда? А куда он денется? А я думал, что он так и стоит. Где? Упаси Господь. Да? Сцепление, значит, цепь менялась только один раз. И диски, диски сцепления вообще выходили из строя? Стирались? Менял? Менял, и в запасе есть новые. И да. Менял часто завод за 300 тысяч? Нет. Ну раз, другой? Ну раза два, наверное. И все. То просто выбрасывал. Не глядя. Новые есть, взял эти, выбросил, а эти поставил. Ну и последний вопрос. Значит, мне просто часто рассказывают, что шестивольтовое зажигание здесь ненадежное, свет слабый. Света, естественно, не хватает, ну после 12 вольт, если попробовать, мало. Но вопрос в чем? Где же стоит якорь и щетки. Не протерла щетками якорь за 300 тысяч? Не протирала насквозь? А, нет. А я всегда, где-то, может быть, года через два, через три, обязательно пазы почищу, все. То есть, иными словами, стоит на этом мотоцикле стандартный якорь, родной. Генератор его шестерка. Проехал который 300 тысяч. Щетки менялись? Менялись. Ну, щетки, понятно, это расходник. Вы слышите, кто нас смотрит? Вот вообще, я не тебе конкретно там, кореш мой, а кто? Явисты. Вы слышите, 300 тысяч на родном якоре, на родном зажигании. Это какой-то нонсенс вообще. Я думаю, что уже нужно там менять за этот пробег. Ломили, ну, то есть, проело, ломили, я так думал. Проточила щетками? Нет, родной, стандартной. А хоть на санке, на токарном протачивали или не? Нет, требовалось? Ни разу. Слышите? Кто нас смотрит? 300 тысяч, у меня слов нет. Ну, про остальное даже и спрашивать нечего. Тут все понятно и так. Просто уважение. Ну, спасибо, что время уделили. Пожалуйста, рад знакомству. Надо, заезжайте. Заеду. Рядом с Борькой я.